ГИБДД приступила к массовой борьбе с любителями парковаться в неположенном месте. На прицеле автобусное кольцо около 35-го судоремонтного завода. Весь день здесь трудятся эвакуаторы. Полицейские освобождают обочины от неправильно припаркованных автомобилей. Кто не успел уехать, свою машину найдет на штрафстоянке. Конечная автобуса десятки в росте давно превратилась в несанкционированную парковку для посетителей, расположенных неподалеку поликлиники, спорткомплекса «Авангард» и сотрудников 35-го судоремонтного завода. Автолюбители до недавнего времени свои машины бросали прямо под знаком «Остановка и парковка запрещены», чем создавали серьезные проблемы для водителей общественного транспорта. «Не проехать, не объехать», сетует Сергей, водитель автобуса. «Все забито, не подъехать к остановке. Не развернуться, то есть знак стоит запрещающий, а все ставят как попало, и, то есть проблемы получаются. Бабулям не зайти нормально, они там с дороги заходят, ну вообще как бы плохо». С нарушителями бороться решили кардинально. Под знак, запрещающий стоянку, повесили табличку «Работает эвакуатор». Спустя время появились и сами грузовики. Раньше наряды ГИБДД приезжали сюда регулярно, водителей штрафовали, не помогало. Иногда между шоферами общественного транспорта и автолюбителями даже вспыхивали ссоры. Ну да, так тоже было. Ну, как-то сами решили. Ну, сейчас очень хорошо, спасибо. По новым правилам машину не увезут, если водитель эвакуируемой техники успел прийти на место до того, как погрузчик тронулся. Те, кто не успел забрать авто, будут возвращать его уже со штрафстоянки. В данный момент еще операции проводят на территории Октябрьского округа, на улице Кнеповича. И отработав данный участок, мы продолжим работать в Ленинском округе и по действиям других, ну, в других местах, где действует дорожный знак 327 «Остановка запрещена». Пока табличка «Работает эвакуатор» появилась не под всеми знаками, запрещающими остановку транспортных средств. Однако работа в этом направлении ведется. Уже совсем скоро каждая парковка в неположенном месте для ленивого автовладельца будет оборачиваться неблизкой дорогой в общественном транспорте до штрафстоянки.